Картель существовал с 2003 года, практически 10 лет. За это время было изготовлено 135 тонн бензилметилкетона, химическая формула 1-фенил-2-пропанон, который, по сути, является практически готовым амфетамином. После небольшой переработки он превращается в этот сильнодействующий клубный наркотик. Из этого количества можно изготовить порядка 100 тонн амфетамина. По сути, это порядка полумиллиарда разовых доз. Apie atšaką kalbam vienos iš organizuotų grupuočių, kurių lyderiai yra sulaikyti, yra agurkų organizuota nusivienimus įkalstama. Ir šitoje visoje veikloje, būtent kalbant apie Lietuvos dalį, tai yra šitos grupuotės veikla. Šita grupuotė, agurkų grupuotė, šiek tiek pasikartosiu, Europolo mastu viena iš pagrindinių problemų Europoje. Справедливый приговор.